Они выдвигают креативные идеи, их мышление направлено на инновации, а действия продуманы с акцентом на детали. Представители молодежи, голос которых важен и нужен. Что сегодня волнует поколение Next? Какие у них предложения? С какими проблемами сталкиваются? Узнают в ходе открытых диалогов ответственных лиц с юношами и девушками. Тем самым выстраивается адресный и, главное, комплексный подход в работе с молодежью. Маргелан в дружеской беседе молодежи с представителями областной и городской администрации рассказывалось о том, что предстоит сделать в регионе, опираясь на инициативы и планы, озвученные руководителем страны в ходе форума молодежи Узбекистана. Я присутствовал на выступлении главы нашего государства. В речи президента звучали слова, которые стали для нас мотивацией. Вот сегодняшние встречи были приняты во внимание наши предложения. В будущем планируется увеличить количество образовательных учреждений, в частности строительство вузов в городе Маргелане. Кроме этого, говорилось и о создании промышленной зоны Ферганской области. Абдулладжон Абдурахмонов оказался в числе 5 счастливчиков, которые будут обучаться за счет местного бюджета в Государственном институте искусств и культуры. На протяжении 7 лет пытался поступить в высшие учебные заведения, связанные с сферой культуры и искусства. Все тщетно. Но этот день настал. Президент страны затронул волнующий многих вопрос. Теперь буду содействовать в поступлении 5 молодым юношам и девушкам из каждого района и области. И в дальнейшем помогут с вопросом жилья и трудоустройства. Развитие науки, культуры и искусства, литературы, спорта, повышение эффективности духовно-воспитательной работы, реализация талантов и способностей молодежи. В Фергане эти направления в особом приоритете. Еще одно тому подтверждение – основание в IT-парке учебного центра цифровых технологий, эпицентр смелых инновационных идей, где активная молодежь может реализовать свой потенциал. А это уже Бухара, 29-я общеобразовательная школа. Здесь для всех желающих организована выставка изобразительного искусства, которую дополнили художественные выступления молодежи региона. Далее встреча перешла в формат открытой беседы. Ни один вопрос не остался без ответа. Молодым людям рассказали об основах достижения успеха, привели примеры из жизни, поделились идеями и дали советы, связанные с предпринимательством, стартапами, использованием банковских кредитов. Мероприятия в рамках молодежного форума проходят во всех районах области.